Владислав Листьев, Анна Политковская, Владимир Соловьев – легенды, создавшие облик современной журналистики. Глядя на них, молодые авторы не боятся браться за сложные темы, остро высказываться о политике и проводить серьезные расследования. Наш телеканал нередко оказывался на передовой политических событий Рязани. Алена Куколева стала автором цикла репортажей о взрыве на Первом осеннем переулке, прогремевшем в октябре 2016 года. Галина Ершова и Анна Герцовская рассказывали о последствиях замены городского освещения. Регулярно мы помогаем зрителям в решении социальных проблем, среди которых хамство сотрудников ЖКХ и бездействие чиновников. А 3 мая, во Всемирный день свободы печати, мы узнали, как выглядят журналисты в глазах рязанцев. Каким должен быть настоящий журналист? Честным, правдивым. Все. Только честность и правда. Больше ничего от них не требуется. Общительный, грамотный, умный. Голову немножко иметь на плечах. Может ли журналист вести скрытую запись? Ну, смотря в каких ситуациях. Иногда это бывает вредно для самого журналиста, если там узнает человек, которому не стоит это знать. И можно ли снимать людей на улице? Конечно. И можно, и нужно. Только кого помоложе. Ну, я считаю, да. Ну, по их согласию, конечно. Так. Обязательно спрашивают разрешение? Я считаю, что обязательно надо спросить. Ну, нынче законы такие. Ну, вообще по закону мы не обязаны спрашивать разрешение, если вы находитесь в общественном месте. Как думаете, чего не хватает вот рязанской журналистики? Вот лично вам каких тем хотелось бы больше? Думаю, что всего хватает. Все вроде есть. Можно поменьше такого неинтересного контента, так скажем, а побольше что-то серьезного, связанного, я считаю, с больше с правительством Рязани, что-то такое. Детям больше пускают передач таких интересных мультфильмов наших русских, не этих американских, это всяких дебильных, а наших. Хотелось бы, чтобы побольше хороших эмоций, красивых праздников рассказывали об этом бы, о молодежи, вот, о детях.